Друзі, на тимчасово окупованих територіях прогнозують шторм, тож будьте обережні. Але циклон може піти і далі. Покажіть, будь ласка, які російські міста і білоруські, в тому числі, оказуються в полі пораження. Плюс дальність 250-260 кілометрів – це так називаємо експортна версія ракети Storm Shadow – «Тінь шторма». В действительности радиус поражения этой ракеты достигает в том числе 560 километров. Что именно они в конечном итоге поставят, известно одному Господу Богу. Вітаю, це «Обережно зомбоящик», я Анастасія Норіцина. І сьогодні поговоримо про істерію росіян з приводу поставок Україні далекобійних ракет. А ще про жести доброї волі, які приведені в бойову готовність. Началась практически, ну я б назвав це панічні атаки. Стали писати, що прорвали наш фронт сразу по нескольким направлениям, що все дуже плохо і так далі, і так далі. Все, хана. Поперли, прорвали. Але спочатку підпишіться на цей канал, а також мій особистий. Ставте вподобайки та коментарі, аби більше людей побачили увесь абсурд російського телебачення. Ой, як же весело у російських пропагандистів. Здається, вони у паралельному світі. Доки ЗСУ активно готуються до наступу, а то й місцями вже його проводять, кремлівські фейкомети розповідають, що ніякого наступу не буде. Так, условий для повномасштабного наступлення України поки немає, але підготовка до нього ведеться. Об цьому заявив генеральний інспектор Бундесвера Карлстен Броєр після візиту на Україну. Подготовка к украинскому контрнаступу ведется уже более года, однако даже сами ВСУ умерили свои аппетиты и перестали говорить о выходе на границы 91 года. А в последнее время исчезла и формулировка об освобождении Крыма. На смену пришли куда более скромные, с позволения сказать, планы по взятию под огневой контроль сухопутных дорог, ведущих на полуостров. Однако нет никаких сомнений, что если начало контрудара сместится на еще месяц, может быть, полтора, то рассосутся эти планы. Рассосутся, а еще больше а хіба що окупанти, коли відчують усю потужність наших воїнів, хоча вже запахло смаженим. Жень, здравствуйте. Ночью было тревожно, объясню нашим телезрителям. Взорвались телеграм-каналы с сообщениями о прорывах ВСУ на линии боевого соприкосновения. Потом, насколько я поняла, Минобороны частично эту информацию вроде бы опровергла. Что в действительности, Жень, происходит? Что это было? И что с контрнаступом? Накануне противник повысил, значительно повысил активность боевых действий на Артемовском направлении с использованием бронегрупп, которые поддерживали пехоту, попытался организовать локальные наступательные действия на флангах. На флангах где-то противник даже смог взять под контроль небольшие позиции. То що, Оленька, наступ не скасовується? Напередодні у телеграм-каналах росіяни влаштували справжню паніку. Началось все з того, що наші несколько воєнних кореспондентів, воєнкорів в Донбасі, написали о странних передвиженнях танків українських где-то в районі Харкова. Після цього в соцсетях, в телеграм-каналах почалась практично, ну я б назвав це панічні атаки. Стали писати, що прорвали наш фронт сразу по нескольким направленням, що все дуже плохо і так далі, і так далі. І правда, російські воєнкори почали писати про начебто прорив наших сил на Запорізькому напрямку, а також на Херсонщині. Що з Харківщини ми можемо піти на Білгородщину? Повідомляли про колони танків та можливий десант. І про те, що російська оборона посипалась, а окупанти втекли. Вчора в телеграм-каналах було багато достовірної інформації. Та згодом інформацію довелося спростовувати, а так званим воєнкорам і Міністерству війни РФ виправдовуватися. Вчера вечером случилось следующее. Иные объявили о том, что началось, пошло, все, хана, поперли, прорвали. Министерство обороны, все бегут, тоже было сказано. Вынуждено было выходить с опровержением, сообщая, что никто никуда не бежит, нигде ничего не прорвали. Все вообще нормально, хорош. Вот вчера сколько я увидел криков
по поводу того, что написали наши военкоры, я понял, что вообще никакого ЦИПСО не надо. То есть никто оригинал не читал, не смотрел, какие там посты выходили, что там вообще пишет и Евгений Поддубный, и Александр Коц. Вот когда особенно появилось, вот это стали опровергать сами себя, я так аккуратно зашел, посмотрел, а где? Ну, то есть, а где стали опровергать сами себя? Вот исходный пост. Когда говорили там про Белгород, что якобы там в сторону Белгорода пошли, вот как все было на самом деле. В районе Солидара, пишет Поддубный, противник несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых по 2-3 танка, смог организовать прорыв. Сейчас боевики ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях. Обстановка тяжелая. Это было? Это было. Дальше. Наши товарищи из Харькова сообщают, что по объездной дороге весь день идут колонны военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление. В колоннах там РСЗО, САО, бронемашины и пехота. Это было? Ну, я уверен, что это было. А потом уже было уточнение. Я не писал, что противник идет наступать на Белгород. Так ведь и не писал. Читайте внимательно. Активное перемещение вооружения и техники в районе Харькова. То есть я, когда все это разглядывал, так вот аккуратно, осторожно, я понял, что никакого ЦИПСО нам не надо, все сами. Все можем сделать буквально сами. Значит, почему так все получилось? Да, ну так все получилось, потому что у аудитории, у пользователей сети в целом, после того, что происходило в сентябре на Харьковском направлении, после того, что потом происходило, начиная с конца августа, когда прорвали фронт на Херсонском направлении, и потом, когда мы ушли с Херсона, да, то вот эти воспоминания и реакция нашей военной официальной информационки, вот когда на Харьковском направлении эта трагедия происходила, у нас в сводке об этом указали только через 3 дня. По Харьковскому направлению. То есть было тотальное молчание, хотя все понимали, что происходит трагедия. Мы отступали, отступали достаточно быстро. Вот, поэтому у людей есть воспоминания, у людей нет доверия к официальным сводкам. Часть этой достоверной информации была использована для организации паники. Сейчас объясню все по порядку. И Минобороны в своем вечернем сообщении только подтвердила активность противника на Артемовском направлении, на флангах Артемовского направления, а, собственно говоря, на других участках фронта действительно обстановка была относительно спокойная. Но мы говорим о большом замысле. Противник начал реализовывать план по прорыву флангов на Артемовском направлении. И, собственно говоря, вот о чем шла речь. Ну, например, в моем телеграм-канале. Да, еще никогда Штирліц не был так близок к провалу. Бо далі пропагандисти почали хейтити своїх же воєнкорів, начебто за ганебність інформаційної операції. Есть две крайности, когда мы обсуждаем любые наступления, контрнаступления, оборонительные действия. Первая крайность – это шапкозакидательство, когда вот обороной стальной разгромим, уничтожим врага, да, значит, и вообще легко дойдем и туда, и сюда. И вторая – это паника, действительно. И вот то, что мы вчера наблюдали в уважаемых мною российских телеграм-каналах, заметьте, российских, да, я ведь читаю и украинские тоже, само собой, СМИ, каналы, и я заметил их вчерашнее изумление. Никакого ЦИПСО не надо, вы понимаете? То есть вот сами русские наши, причем профессиональные порой там люди, вроде бы разбирающиеся в том, как устроены психологические операции украинских диверсантов, да, сами разгоняли вот эти самые слухи, сведения, все, все вперед, они пошли всюду, прорвали, там идут, там наступают. Так, конечно, тоже нельзя. Ну, надо поспокойнее. Ну, правда, если судить по телеграм-сообществу, я надеюсь, что в своей массе, конечно, не инсталлированные в эту соцсеть, люди поспокойнее себя вели. А теперь по отношению к ломам, к людям, которые, безусловно, стоят на патриотических позициях, но почему-то, как правильно сказал Владимир Владимирович, работают на Подмосковье, ну, как я называю с недавних пор Украину, то есть бывшую территорию Украинской ССР, значит, работают намного лучше, наверное, не отщелкивая. Может быть, из-за хайпа, может, чтобы цепануть еще пару тысяч подписчиков. Я не знаю, что тут, какие двигающие моменты, которые сподвигают людей просто вносить панику. Я не знаю.
Наверное, надо отщелкивать, что идет война. И, наверное, есть организация, называется она Министерство обороны, чью информацию мы и должны, как законопослушные граждане, слушать. А все остальные, кто не помогает спокойствию в тылу, потому что там, на передовой, я уверен, люди в нормальном психологическом состоянии, именно в силу обостренности ситуации. Значит, ну как-то надо прийти в чувство. Я прям вот думаю, может быть, законодательно как-то с этим надо поступить. Да пусть не обижаются на меня мои товарищи, друзья, но те, которые вчера устроили просто вакханалию, позорище, на мой взгляд, в телеграм-среде. Це не дивно, що росіяни злякались. Нехай звикають до страху. Бо поки вони рік топчуться навколо Бахмута і з метою його захопити, ЗСУ за 3 дні звільняють понад 17 квадратних кілометрів. Але у окупантів, як завжди, все під контролем. Противник предпринял попытку контратаковать, но, к счастью, мы отразили это наступление. Оговорочка по Фрейду. К сожалению, пришлось отступить. Хотів він сказати. Зеленский, прости, что перебиваю, проводит ставку. Это вот новости приходят по лентам информагентств. Как он называет верховного главнокомандующего, хотя мы понимаем, никакой он не верховный, не главнокомандующий, особенно свежие видеоэпизоды подтверждают, что человек находится в невменяемом состоянии. Тем не менее, генерал Сырский подтвердил успешную контратаку ВСУ под Бахмутом. Также на ставке сверили долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет. Это опять-таки цитирую новости с ленты информагентств. Поэтому хочу отдельно сказать, мы никоим образом не сеем панику, не предаемся унынию, уныние – грех. Победа будет за нами, в этом никто не сомневается. Но надо сохранять трезвомыслие и адекватность. Ситуация максимально серьезная. Такой серьезной, наверное, не было никогда. Это война. Але паніку та істерію пропагандистів викликали не лише повідомлення про успіхи наших воїнів. Сподобались їм і новини про далекобійні ракети для ЗСУ. CNN со ссылкой на источники сообщает, что Великобритания уже поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальность их полета равна 250 километрам. По другим данным, до 590 километров. То есть позволяет наносить удары вглубь территории России. В радиусе поражения оказываются такие города, как Воронеж, Краснодар, Сочи, Севастополь, Ростов-на-Дону, Курск, Брянск и другие наши с вами города. Дальность 300 километров, бить будут вглубь территории Российской Федерации. Это что, цель аэродромы? Какой можно сделать вывод? Военные. Во-первых, не 300 километров. У ракеты Storm Shadow, кстати, предприятие... 160. Предприятие-производитель скрывает точные данные, точные тактико-технические характеристики этого изделия. Там минимальная цифра 550, а с подвеской... Все верно. Про 300 километров говорил Подоляк и имел в виду беспилотники. Да. Storm Shadow 560. Там даже до 1000. Причем там очень мощная боевая часть, почти 500 килограмм, если быть точнее, 460. И в зоне досягаемости этого изделия находится и Новороссийск, и Сочи, и Ростов-на-Дону, и Краснодар. Умеете вы вселить, так сказать, оптимизм и надежду? Лучше, опять-таки, позволю себе повторить армейское одно выражение в этом плане, прошу прощения за военный жаргон, лучше нам в этом плане перебдеть, чем недобдеть, и готовиться к развитию событий по наихудшему варианту. Все верно. Плюс само количество наименований вооружений, которые они поставили, 600 разновидностей, тоже звучит довольно лихо, и я позволю себе свое любимое повторить. Оптимист – это плохо информированный пессимист. Лучше быть всегда пессимистом, но далее можно сказать, что реалистом быть еще краше, но здесь уже как... А пойдет, ой, як добре, вы майже ничего не відчуєте. Эти ракеты были переданы Украине только при одном условии, что они их используют для ударов по той территории, которую считают своей. То есть это Крым, Запорожье, Донбасс, Херсонская область. Весьма уязвимой точкой является Крымский мост. Вот получение этих ракет с дальностью стрельбы несколько сотен километров, ведь на самом деле не столь важно, 560 или 300.
300 это тоже достаточно. Оно позволяет Украине наносить удары по Крымскому мосту. Вот. И примерно понятно, какой замысел этого контрнаступления сейчас просматривается. Взять под огневой контроль сухопутные пути в Крым и, значит, разрушить Крымский мост. Теперь ясно, что имел в виду министр обороны Резников, когда говорил, что мы заставим русских оттуда уйти. Но, в общем-то, если у нас это понимание есть, то я предполагаю, что и у военного руководства Российской Федерации должно быть это понимание, и Россия должна на сегодняшний день прорабатывать варианты своих ответов, в том числе и на поставки ракет Storm Shadow. Прорабатывать, а точніше отрабатывать, можуть лише пропагандисти свої методички. Бо далі усе за сценарієм – погрози нашим союзникам та заклики відмовитися від гуманізму. Вбивати українців. Уважно послухайте. Тобто, ну не лечиться тероризм гуманізмом. Ну от не лечиться. Тобто, як не крути, як не стой в білому пальто, як не проявляй гуманізм. Єдине, що приходить в голову із того, що подействує зразу, це перемішати там все вже наконец з землею, тому що іначе ви бачите, як далеко дійшла ескалація. Це найефективніше. Лекарство, массированный огневой удар всеми возможными силами и средствами. Тут просто так ситуация обернулась, что если не мы, то нас. И в этой связи тоже. Словно бы мы все пацифисты и гуманисты, пришло время действовать, не говорить, а делать. Щоденні обстріли мирних міст – це прояв гуманізму? Стерті з лиця землі Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка – це теж гуманізм? От як в цієї кобилячої морди повертається язик таке говорити? Тож, друзі, усіма своїми силами ми повинні побороти цей тероризм. Це був обережний зомбоящик. Дивіться нас і поширюйте це відео, аби більше людей вберегли себе від московицьких фейків. До зустрічі!